родительница, призвала не верить идиотским заявлениям Борецкого. Жанны Фриске не стало почти 6 лет назад. Однако скандалы вокруг ее имени не утихают до сих пор. В этот раз общественность пришла в ужас, узнав, что останки певицы якобы похитили еще несколько лет назад. Мама артистки решила внести ясность и прокомментировать нашумевшее заявление Стаса Борецкого. Ольга Фриске назвала эту новость полным бредом. Она обратилась к поклонникам дочери и попросила понять, что шоумен просто пиарится на имени ее дочери. «Вы посмотрите, кто эту новость распространил. Стас Борецкий. Совершенно неадекватный человек. Это же полный бред», – возмущается родительница покойной звезды. Она также добавила, что тело ее наследницы покоится там же, где ее изначально похоронили – на Николо-Архангельском кладбище. Отец экс-солистки Блестящих, кстати, отреагировал более эмоционально. Владимир Фриске пришел в ярость, узнав о появившихся в сети слухах. Шоумена Фриске назвал мразью и ничтожеством. Напомним, что накануне Борецкий заявил, что могила Жанны Фриске давно пустует. По его словам, могилу артистки вскрыли через несколько дней после погребения. Этой информацией с ним поделился его друг, который работает на Николо-Архангельском кладбище. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.